Всем добрый-добрый вечер. Ой, так пописала, молодец. Вот умничка, умничка, молодец. И еще раз всем добрый-добрый вечер. Сегодня у нас заканчивается уже 1 ноября 2023 года. И, наверное, судя по погоде, природа вступает в права осени. У нас идет дождь, достаточно прохладный. Температурка тоже опустилась. По сравнению с вчерашним днем, вчера у нас в Крыму мы ходили еще в футболках. Ну, в принципе, для нас это не удивительно. В общем-то, у нас может быть погода все четыре сезона, наверное, за один день. И ветер, и дождь, и даже снег, и солнце, и жара. Но было до этого времени прям правда бархатный сезон. Все, уже сегодняшнего дня солнышка не было целый день. И так, хулиганы, так, пока мама забирает, да, как пока все успокоятся, мама немножко заберет малыша. Поэтому бархатный сезон нас порадовал очень и очень. Ну и уже теперь будет все-таки осень. Ну, правильно, нужно, чтобы все было по своим полочкам. Так, мы вот тут вот гуляем с моей мелкотней. Так, давай я помогу. Так, давайте я... Ай, хотела расстелить. Так, давай расстелю пеленочку. Да, молодцы. Пеленочки ложу, когда одну, когда две. Ну, пеленочку наши детки, в общем-то, знают достаточно хорошо. Я довольна тем, что они вот так вот могут найти быстренько пеленочку и сходить на нее. Ну, детки пока у нас здесь в одной комнате, пока, когда было тепло, мы выходили на улицу, ну, в основном в одной комнатке, и, ну, комната достаточно большая, как вы видите, и им не составляет труда, в общем-то, найти пеленочку. Ну, это пока у нас. Когда детки переезжают в новый дом, конечно, должно быть терпение немножко подсказать, рассказать малышу, где можно пописать. Да, мои зайки. В принципе, можно, конечно, выходить на улицу как можно чаще, как можно дольше, потому что детки наши все переезжают в новые дома полностью привитыми и пройденный карантин, поэтому можно сразу же выходить на улицу, ну, какое-то время там адаптации, ну, на ручках можно, в общем-то. Поэтому нужно иметь терпение по поводу туалетика, пеленочки. Не нужно делать сразу поспешные какие-то выводы, вот собачка не приучена. Приучена, все в порядке. Вот, смотрите, лужицы у нас именно на пеленочке, да, мои хорошие. Ну, собачка приезжает в новый дом, новый, незнакомый дом. Во-первых, она приезжает к вам, долго ехала, тоже переживает всю дорогу. Потом у вас другой запах, другие стены, вы другие. Поэтому нужно дать немножко времени для того, чтобы собачка привыкла. Ну, а так вот у нас все хорошо. Прибежала моя лохматушечка-дюймовочка, с ними играется. Девочка очень активная, смелая. Мы очень хорошо и быстро обрастаем. Растет новая в нее шерсточка. Волос очень хорошо растет. Я слежу за этим все. Так, у мамы тут вот машинка стоит. Я еще никак не дошью. Сегодня тоже шила разные матрасики. Ну, в общем, все, что мне нужно для собачек и для себя. Когда есть время, я шью. Вот, так что пока гуляем здесь, вечерком не удалось выйти, но мы сегодня целый день, в принципе, на улице гуляли достаточно. Все мои взрослые собачки, младшая группа, это уже ясельная группа, ясельки сегодня на улицу не выходили. Так, ай-яй-яй, ребятушки, козлятушки. Так. Детки наши, и Йорки, и Шпицулечки уже живут все вместе. Уже, как видите, нет никаких загородочек, никаких вольерчиков. Ну, еще бывают скандалы, конечно же. Ну, в общем-то, каждый за себя постоять может. В
Флорочка, вот, ну, Флор, только хотела тебя похвалить, а ты сразу хватилась за хвост. Так, кто за хвост, кто пеленку, да не надо, зайка. У нас же полно игрушечек, зачем тебе та пеленка? Флорочка, я только тебя хотела похвалить, что ты стала дружить с детками. Не, эта девочка огонь, просто огонь. Ой, кто хочет эмоции бесконечные? Вот эта собака-улыбака, смелая, активная. Мне кажется, подбежит овчарку, кусит за нос, еще и в позу станет. Еще и скажет, что она сама виновата. Эта девочка такая прям огонь-огонь. Микро-микро девчоночка. Вот прям колобочек остановилась, и все. И дальше не двигается, да, мои хорошие. Да, конечно, скоро пойдет уже Линька. Щенячка, то есть щеночки будут скидывать свою кучка мала, свою щенячью шерсточку и набиваться потом такой шикарной шубой. И так, мне кажется, надо тут вмешаться, правильно? Да? Я вот помогу. Кому помочь? Кому помочь? Зайки. Нет, сами разобрались. Вот так вот. Ну, а тут вот, смотрите, самый спокойный, самый вот рассудительный. Ага. Так. И что? Помирились? Все хорошо? Мальчишечки, все хорошо. Девочка, дюймовочка, вон такая она прям. Девчонка, она очень смелая, но она очень добрая. Она никогда не дерется, не тащит малышей, она просто с ними играется и все. Хотя девочка в два раза старше их, и она такая прям покладистая, хорошая. Она слышит человека, слушается, любит, когда с ней разговаривают. Да, дюймовочка моя, зайка? Девчоночка становится прекрасной. Мордашка очень красивая, курносая. Да, сейчас мы обрастем хорошим, красивым волосом, и прям будет еще красивее. Не заплетаю, не дергаю, не трогаю, только вот расчесываемся. Она и так красивая. Кто видит красоту, знает, тот ее узнает. Так. Хулиганчики. Давайте пеленочку не будем, роднулечки. Да давайте. У нас есть же, да, есть с чем поиграться. Давай. Оп. Все. Есть игрушечки. Пойдемте, я вам покажу игрушечки. Да, пойдем. Вот, смотрите, какие у нас есть. О, соску уже вот раскусили. Все, мама ее убирает. Так, у нас есть вот такие штучки, которые все любят. Где еще? Так, вот такая есть. Есть вот эти грызушечки. Поскладывает вот так вот сюда. И потом начинает мама складывать, раскладывать. Все, играемся, ребятки. Мои золотые. Так, моя хорошая дюймовочка пошла погрызть вкусняшечку. Да, там косичка где-то осталась. Хулиганчики вот снимают, сдирают одеялко. Ну, в общем, занимаются, да. Малышня набежала на меня, мама присела. Малышня, да? Малышня. Ай, вот это папа Лёва. Здрасте, скажи. Да. Скажи, я воду пил, все в порядке. Вот такой вот курносый, коротенький носик. Да, вы все уже водичку попили, мои золотые детки, да, мои сладкие. Так, кто-то кусает меня. Ох, и кусает кто-то меня. И кто тут такой? Ой, чубусечки. Ой, такие сладкие деточки. Ой, такие золотые. О, овчарка, ух, я тебе сейчас дам, покажу, да, сейчас я тебя загрызу. Так, только присела, все, уже налетели, да, мои золотулечки, мои сладкие шпицулечки, и Йорки, мои золотые деточки. Оп, все, вот мама присела, они меня уже за ноги кусают. Да, вообще я пришла подстричь им ноготочки, потому что уже мы подросли. Ноготочечки подросли, уже царапаются. Привет, скажи. Привет, мир. Привет. Вот я такой мальчоночек красивый, да. Красивый, хороший. И тика-тика-тика-тика. Ой, зайки. Да, ты зайкин мой. Так, прибежал
Лаки. А вот Миледи. Миледи, зайка. Девочка красавица. Красавица, красавица. А зубочки уже кусаются, да. Зубочки острые. Так, вот, давай, вот игрушечкой. Игрушечкой поиграем. Нет, за руки не надо, зайка, меня кусать. Потому что больно тогда. Нельзя, нет. Не надо так делать, да. Кто ко мне тут еще? Кто хочет, чтобы мама его показала? Ой, 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 а страшно, страшно как. Да, ну давай я тебе вот так поставлю, да. А то аж рот открыл, как страшно было на весу. Мама еще неудобно взяла. Привет, привет. Все воду попили. Ух, все такие классные. Ушки красивые стоят. Красота. Ай, ты мой красавец. Ай, какой мальчик красивый. Зайка. Привет. Привет. Оп, тихонько. Шустрики какие. Эх, шустрики какие. Ой, да, все. Оп. Так, а это у нас девчоночка. Давай, я покажу тебе. Вот такая маленькая красотулечка. Ушечко одно прям поднимается хорошо. Второе уже почти поднято, да? На глазах прям поднимается, да. Угу, да. Вот такие зайки. Так, все, спускаю, потому что вы такие шустрые, быстрые, что я могу даже не углядеть за вами. Поэтому я вас спускаю. Всегда люблю, чтобы было максимум 10 сантиметров, как вот мои вот эти вот такие вот диванчики. Кстати, диванчики есть у меня в продаже разные. Смотрите другие видео. Причем диванчик 10 сантиметров. Если у вас есть робот-пылесос, он спокойно туда заедет и выедет, убравши под диванчиком. Так что такая нужная, важная вещь. Очень любят мои малыши диванчики такие, да, и думаю, что и ваши тоже. Потому как я вижу, что они частенько туда и заскакивают, и лежат с большим удовольствием. Поэтому могу сказать, что им комфортно, удобно, ну и красиво. Диванчики есть разные по размеру, по цвету, по конфигурации, в общем, разные. Можете посмотреть, есть у меня видео, где я представляю. Можно, если вас интересует, спросить, потому что возможно, какие-то могут продаться. Да, вот такие мои зайки хорошие. Ну, в основном, как бы, есть в наличии. Пока делать не собираюсь, пока нет времени. Пока есть в наличии то, что есть. Можно выбрать, я думаю, хороший выбор. Ну, уж если очень-очень будет нужно, я, конечно, сделаю. Диванчики я делаю сама. Сама там выбираю дизайн, продумываю, смотрю, хожу, покупаю пуговички, материал, ножки. Ну, в общем, и получаю удовольствие. Да, получаю удовольствие, когда их делаю. Ну и радость вот этим зайкам. И вам могу принести радость, да, мои диванчики. Ой, вот такие мои зайки. Вот так коротаем вечерочек. Конечно, привыкли, что на улице тепло и можно вдоволь гулять, играться. Но что сделаешь? Так, оставь в покое ее хвостик. Не надо, зайка. Да, не надо. Миледи, красотулечка и Флорочка. Флора, малышечка. Миледи, мини-зайка. Ой, лаки. Ой, ну разве можно? Давай поменяемся. Ты мне пеленочку, а я тебе вот такую штучку. Давай, вот, молодец, какой хороший мальчик. Видите, с ним можно всегда договориться. Чудесно, просто чудесно. Так, походу надо еще вот с... А, нет, а я же думала, надо еще с Ноланом договориться. Не, Нолан грызет вкусняшечку. А то мама уже тоже принесла тебе, смотри. Вкусняшку такую, чтобы ты не грыз пеленку. Зачем она тебе нужна, эта пеленка? Так, все разбежались. Кто там? Кто тут? По уголочкам у нас везде тут какие-то лежаночки, подушечки. Ну, стараюсь так, чтобы малышне моей было комфортно. Комфортно, да? Зайки мои. Хоть так вот. Вот так. Там что-то есть. Там могут быть какие-то игрушечки. Закинутые ими. Вот, смотри, какое ухо классное. Смотри, на, держи. Ухо мамино.
производства уха. Вот, все, поиграли. Теперь потихонечку уже успокаивается. Уже меньше прям бегают и кусаются. А то прям сразу, как придешь, так они нападают, нападают, мои зайки. Флора? Флора, красота. Флора, красота. Малышка, малышка, собачка, улыбачка. Ты улыбаешься, да? Скажи, улыбайся, потом хватит и укушу. Вот такая маленькая-маленькая девочка. Девочка прям вообще, вот я ее держу. Вот, вот, малышка, маленькая, аккуратная девчоночка. В поиске мамочек-папочек можем отправить в любую точку мира. Стоит только захотеть. Вот такая красота, да, такая красота наполнится еще шикарной шубой, потому что родители у нас обалденные, да, вот так. Красивая, наполненная голова. Вот такая красота, красота. Ой, ну красота, ты не могу прям наглядеться на тебя. Маленький волчонок маленький, просто по характеру она волчонок. Ой, красивая, красивая девочка, моя золотая. Так, ну что, друзья, я буду заканчивать, потому что, как всегда, снимать это можно бесконечно, милоту, красоту. Детки наши играют. Растут, растут красивые, счастливые. Щеночки померанский шпиц полностью привиты и готовы отправиться в свою новую семью. Кому нравятся наши деточки, наши прекрасные, замечательные шпицулечки, пожалуйста, обращайтесь. Можно написать Viber, WhatsApp, Telegram, спросить. У всех деточек есть имена. Я могу снять отдельное видео именно для вас. Могу, это все что угодно могу для вас. Спрашивайте, интересуйтесь. Затем очень прошу вас в своей семье принять правильное решение. Если вы готовы приобрести собачку, гулять с ней, кормить ее, купать, ухаживать, любить, заботиться, пожалуйста, добро пожаловать. Только помните, что это большой труд, который, конечно, приносит счастье, но вы должны понимать, что за собачкой нужно ухаживать, нужно уделять ей время. Да, мои хорошие, она может даже и написать где-то, где не положено, чтобы у вас не было обид. Да, да, нужно потерпеть, подождать, воспитывать. Вот, поэтому, если вы все-таки готовы и решили, что вам нужна собачка, нужен питомец, нужен верный друг, пожалуйста, обращайтесь. Ну, во избежание разных ситуаций, которые не так давно у нас были, в общем-то, ну, мы, в принципе, забыли за эту ситуацию, но, тем не менее, пожалуйста, будьте людьми, вы можете подумать, обдумать, обговорить все, поэтому давайте жить дружно. Все, дорогие друзья, я заканчиваю. Наши детки вам желают спокойной ночи и всего самого-самого доброго. Пока-пока.